Девочки, всем привет! Сегодня после работы пойду на мастер-класс по стилистике, так что смотрим. Шлепанова 22 вообще здесь. Ну, короче, между делом тут в одно место сходили такое. А, где здесь выход? Налево, да? Да. Дай Шлепанова 23, наверное, сделать. Все, подъехала, это бизнес-центр Москва. Сейчас зайдем. Я, конечно, немножко раньше приехала, потому что сказали пораньше подойти и лучшие места можно занять. Вот название. Заходим. Нужно спросить у охраны. Здравствуйте, вы не подскажете, где здесь конференция будет по стилистике? На 4-м по эскалатору, либо прямо налево. Ага, все, спасибо. 4-м по эскалатору. Кажется, здесь вот такой есть лифт, только до 5-го этажа. Мы поднимемся на 4-й. Заходим. Нажимаем 4. Так, выходим. Здесь есть немножко объявления, какие бутики находятся на этом этаже. Так, дальше. Такая вот дверь. Так. А вот, смотрите, сразу же мастер-класс. Секреты преображения Мади Бектаир. Налево. Какая-то академия. Наверное, вон тот конференц-зал. Налево здесь вот уборная есть сразу же. Сейчас посмотрим. Правильно, вот это больше нету. Ну да, нету, там, здесь, там табличку видели, да, написано было? А, да вы что? Да, что здесь будет. А, да, я такое. Перед входом. Все, мы зашли пораньше. И вот так вот это все выглядит. Сидим, ждем. Перед мастер-классом зашла в уборную, потому что потом, наверное, не смогу выйти. Так, зайду-ка я вот сюда. Да? Чтобы лучшие места занять. Пришел наш маэстро. Да. Здравствуйте. Мы вас долго ждали. Да. У нас тут свет отключили, и мы в такой томной темноте будем обучаться. Так, решила перекусить. Взяла латте, круассан и пирожные. Что-то проголодалась я. Все началось. Потому что вся информация, конечно же, она рассчитана на вас, для того, чтобы вы получили максимум пользы, максимум полезности. Тоже работа была комплексной. Психологи, фотографы, естественно, мастера, я как стилист выступал в этом прям. Почему? Потому что многие женщины делают какие-то ошибки, даже вот они умные, порядочные, лучше всех, да, все равно какие-то инструменты нужны. У нас многие женщины были в проекте, они с каким-то запросом приходили, другие запросы выходили. А я, например, тоже считала, что я все знаю, я где-то что-то. А вот в рамках проекта мы получили какие-то другие инструменты. И все, у нас мастер-класс заканчивается. Очень было интересно, продуктивно, очень много для себя выделила. Так, в 10 часов все это закончилось.
Я еду домой. Очень продуктивная, интересная информация. Для себя много что взяла. Буду пока индивидуально сама себе все это использовать, потому что я, по идее, имею навыки стилистики, визажистики и всего-всего, что связано с модом. В принципе, это знаю. Вот. Напишу сегодня себе планы, как делать.